Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета 24 декабря принял в своих стенах президента республики. Рустам Миниханов посетил выпускной фабрики предпринимательства и выступил с приветственным словом перед участниками проекта. Вот, наша площадка, фабрика предпринимательства, это уникальный проект, его надо развивать на самом деле, ну, не только Казань, Челны, Альметьев, Снежникамск, Муслюмово, еще какие-то районы. Это те, которые сюда доехали. Это очень важно. Вот эти примеры надо показывать, тиражировать. Напомним, что фабрика предпринимательства – это совместный проект Казанского федерального университета и Министерства экономики Республики Татарстан. Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, отметил, что тема предпринимательства очень важна для Татарстана и КФУ. Именно поэтому в университете начнут читать курс лекций по предпринимательству не только для экономистов, но и для студентов других направлений. Мы пошли по пути обучения как учебное заведение. У нас курсы предпринимательства сегодня, независимо от того, учишься ты в финансово-экономическом институте, либо в институте физики, химии, геологии, читаться будут везде. И этот процесс уже начался. Цель фабрики – поддержка и обучение предпринимателей. Участники проекта должны составить бизнес-план, организовать предприятие и начать получать прибыль. И на все это дается всего 90 дней. Задача кажется невыполнимой, но в этом деле участникам помогают опытные люди, которые занимаются бизнесом не первый год. Через 3 месяца проходит выпускной, на котором будущие бизнесмены показывают достигнутые результаты, а лучшие из них получают инвестиции для развития своего бизнеса. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.